Повторимся. Гора родила мышь. То есть, те же люди, ну, Тейлор Шеридан, который несколько отличных фильмов засняли. Сериал «Йеллоустоун» хороший, в отличие от этого говна, блядь. И этот Терентий Винтер, который в «Сопрано» принимал непосредственное участие. Сильвестр – не самый тупой гражданин в области кино. Как у вас такое говно получается вообще? Хотели бы комедию? Ну, давай комедию. Чё, где? А где комедия-то, если через раз ничего смешного нет? Это к чему вся эта херь, блин? И не смешно, и неправдоподобно, и уже просто неинтересно. Тебе было интересно, а что дальше будет? Ну, это... Помнишь, на некоторых сериях я засыпал просто. Да, неважно. Здесь какие-то нестыковки непонятные. Вот эти нестыковки, неважно. Главное, интересно, прикольно, смешно, весело. Здесь пошутили, тут сострили, блин. Над чем это он в этой серии смеялся, Сильвестру, я забыл. Что-то Бодхи там сказал, он засмеялся. Ну, вот насчет студия было, он сказал. Какая-то шутка. Нет, какая-то шутка была. Ну да хер с ней. Ни о чем, к сожалению. Ни о чем. Ну, поговорить за жизнь удалось, как обычно, это ничего не меняет. Сериал тупое говно, потраченного времени. Жаль, Король Талсы не смотреть ни в коем случае. Время не тратить. Второй сезон, краем глаза, если выйдет, краем глаза глянем, но разбирать уже не будем категорически. Сделали хотя бы концовку поярче, что Сильвестра крутит, а он такой: не найдете управу на Сеньке Чалова, ходи мусор и оглядывайся. Сейчас приду, сука, найду тебя. Мусора! Вот это было срочно. А тут садитесь в машину. Сеньку Шалова, блин, да. Это был шедевр. На сегодня все. Ужас. Позор какой-то. Фу, блядь.